Патриарх Московский и вся Руси совершит пастырский визит в Сурожскую епархию, посвященный 300-летию присутствия Русской Церкви на Британских островах, сообщает Правмир. Представитель Русской Церкви отправится в Британию 15 октября и пробудет там до 18 октября. Ключевым событием визита станет патриаршее богослужение в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне. История русского прихода в Лондоне и Сурожской епархии начинается с посольской церкви, основанной по приказу Петра I в 1716 году. Первыми его прихожанами были русские студенты, которых Петр I направил в Великобританию на учебу. Затем стали присоединяться греки и представители других национальностей.